У нас нет времени. Быстрей! Не дай бог, Юринобу сейчас вернется. Быстрее, Ви! Ты смотри-ка, выдвигается. Иди сюда, Ви. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. К нам кто-то летит. Бак! Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. Ты долго еще идти? Черт, Юринобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть! Круто! Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Стоп, нельзя. Юринобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда. Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее. Успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Импосибле. Это что, Адам Смешер? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Шшш. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Мерда. Азуштюжи. Арасака-сама. Мада бодя чеку га оватеймасен. Ваташи но муску да. Рей но моно кайшу шимашо ка. Ваташи га яру. Итте кури. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Ваташи га кизуканай то демо умотта но ка? そもそも俺のことを気にしたことなんかないだろ。あんたの問題点はそこだ。セガは自分中心に回ってると思ってる。傲慢だよ。ヨリノブ。どうしてここへ直々に俺に口直を味わわせ立場思い知らせるためか。出る杭を打たれるとよく言うだろ。自分のことばじゃ何も言えないのか。 貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すなど、私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち。
何かの間違いだろ。あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。今のぜ、これでもう誰のことも許す必要はない。Хочу полностью заблокировать отель. По какой причине? Кто-то убил Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! В камбэке Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Нану савагидэсу. Дарекага. Дарекага, ни до комотта. Доку? そうだ。ユリノボさん、しかし。竹村、お前のお仕事は何だ？何のお話です。単純な質問だ。答えろ。荒崎家の家事を守ることです。今後は、もっとしっかり責任の果たすよう望んでいるぞ。お許しください、荒崎様。決して失望はさせません。Что там у вас вообще творится? Юринобу придушил Сабура. Что? Вот, блять, собственного папашу. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Ви, потом будешь стоять размышлять. Сейчас надо давать по съёбам. Мамонос! Где Юринобу? Я не знаю, я потеряла камеры. Они блокируют все системы. Да, есть кое-что. Давайте в окно.
Открываю. Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Мак! Дио Санто Бендито. Ты больше нет. Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Два охранника. Одурит. Нанико торабл га окита но ка? Окимура спи. Зафиксирована неавторизованная попытка доступа. Пожалуйста, оставайтесь на месте до прибытия охраны. Hijo de la chingada madre! Надо валить отсюда, давай! Нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Бля, как высоко-то. Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Черт! Еще бы немного. Его пробили. О, Мадрес, это херово. Джеки, ты ранен. Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Караху. Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проёб? Звони давай! Ви, камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс повреждён. Целостность чипа... Джеки! 86! 86% и падает! Чёрт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Ви, ты слышишь? Ты понимаешь, что говоришь? Чип нельзя изолировать. Он должен находиться в безопасной среде. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы
ничего не поменял. Когда вы вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Дэл, мы будем через пару минут. Приготовься, ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри, у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. О, Россия. Класс. Теперь уходим отсюда. Обходим этаж. Чисто. Просим не покидать. Приним адрес. Отбой. Не высовывайся. Здесь тоже все чисто. Спустимся вниз. Если это учение, зачем сюда прислали спецназ по-тихому. Спецназ? Они в фойе. Скоро начнут прочесывать этажи. Глушитель нам пригодится. Осторожно. Там, наверное, дохера охранников. Поняла. Тише. Давайте! Внимание! Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Сейчас мы всем покажем, Чик. Позиция потеряна! Сейчас! Всех обнулим! Los hijos de la chingada también están aquí! Thank you.
я разберусь. Есть! Чинга Туматре заблокирован! Второй тоже? Жил. А сегодня... Именно сегодня... Финита, бля... Комедия. Береги силы, Джеки. Ну, так я их и берегу. Ты не грусти, Ви. Мы выберемся. Ты так в этом уверен? Слышь, не срывайся на меня. Я же вижу, как оно все. Esperando.
охренеть! Не ждали. Ви! Теперь в лифт! Быстро! Рана открылась. Соберитесь, не живо! Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный насрал! Деломейн! Активируйте боевой режим. Сохраняйте спокойствие. Да ладно! Проезд заблокирован. Визуалос! Автомобиль замечен воздушным судном противника. Я разберусь! Как эти говноеды не уймутся?
Кортина, Дэл. Джеки, ты белый как мел. Видишь, я говорил, мы выберемся. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Веди нас к Криперу прямо сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Срать на твои права! Делай, что я говорю! Ничего, Ви. Я выдержу. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Мы теперь будем брать только самые жирные заказы. Слышишь меня? Да. Ты разбогатеешь, Чика. Я знаю. Нет, Джеки, мы разбогатеем. И я, и ты. Я Чип. Не потеряй. Ради меня. Мистер Уэллс скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Excelsior гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Блять. Дай хоть в себя прийти! Куда доставить мистера Уэллса? Он хотел бы быть со своей семьей. Ближайшим родственником мистера Уэллса является Гвадалупе Алехандро Уэллс, владелица бара «Эль Койота Кохо». Я доставлю его тело в целости. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До встречи в высшей лиге, Джеки. Того дня,
как он чуть не убил себя, Сабура Арасака больше никому никогда не рассказывал о своем военном прошлом. Он всецело посвятил себя единственной страсти – работе. После смерти отца Сасаи Арасаки в 60-м году Сабура взял на себя семейный бизнес. Под его управлением... Пусти! Тебя ждут! WNS, 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Может, спросишь, как он себя чувствует? Не говори со мной таким тоном. У него было кровотечение. Он умер. Вот как. Мне жаль. А где чип? Не смогли украсть. Хоть одна хорошая новость. Хорошая? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Из-за тебя мы вляпались в это говно. Как ты нас готовил к операции? Ты не знал, что Сабура Арасака будет в отеле? Я не мог прийти к нему и заглянуть в его ебучий ежедневник. И вообще вас никто не просил его убивать. Это были не мы! Да ну! Так и скажи Арасаки, когда за тобой придут! Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Новое место, новая личность, но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Это я. Да, я бронировал шаттл. Сегодня. Нет, до утра не подождет. Одно место. Я еще доплачу. Космопорт. Четвертый терминал. Окей. Ви, иди умойся, ты вся в крови. Кому ты звонишь? Эвелин Паркер? Нет, в доке. Старому другу, которого я знаю по перевозкам. Больше тебе знать не надо. А теперь будь добра, умойся. Ну ладно. Какой у нас план? Как хочешь. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Все, я тебе пизда! Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы.
Привет. У тебя все норм? Лучше некуда. Они похожи. Тебе туда нельзя. Тихо, тихо, успокойся. Сегодня я... Я пришел, чтобы с вами попрощаться. Деньги — это деньги. С ними, блядь, не шутят. Слушай. Ага. Фотки у тебя? Брейн-данс? Отлично, тогда поговорим. Сколько ты за это хочешь? А? Да, мне надо сегодня. Супер. На что ты тратишь жизнь? Бегаешь за нами, как шавка. С тобой все нормально. Джонни, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Ты хочешь, чтобы я сдался? Это очень в твоем духе. А знаешь почему? Потому что ты всегда был тряпкой, Керри. Хочешь, дам тебе совет в память о старых временах? Кончай, блядь, себя жалеть. И начни двигаться дальше. Ты опоздал. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу кипит. Залезай, пока я не передумал. Сильверхенд. Привет, шайтан! Поднимаемся. На, надень. И не снимай, понятно?
нафига отрезано. Света нет. Вот санитанки на улице. Сука, пиздец. Беспорядки. Это наша работа. Это план Джонни. Уэйланд отвлекает внимание Арасаки от башни. А то, что по гражданским стреляют, тоже часть плана? У нас тут не слёт пацифистов, Том. Мне нравятся твои проблемы. Несем груз в лифт, активируем, отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент, башня валится. Хаос, вопли, рок-н-ролл. Времени на отход будет мало. Подключаюсь. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёрфи, ты достала уже? Хватит шариться в базах! Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже, кто писал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит не Транер. Вперед! Приготовиться! Так тебе и надо! Мне кого-нибудь оставь! Сосредоточить огонь, болваны! Сдохни! Войска корпорации под обстрелом! Ты включишь голову или нет? Мёрфи? Искала в напёрстках и здравых умах, гонялась с Надеждой и Вилкой. Джонни, груз. Как там называлась бомба? Бушидо 2. Кончай! Нам надо сваливать! Демолитрон! Ну, погнали! К вам идёт спецназ! Ребята, уже бегите! С лифта! Стреляй по кабелям! Прогревайте двигатели, мы возвращаемся! Так, это еще не все. Надо скормить это их под сети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это все ради твоей ебучей фанатки. Прости, бестия, тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секунды дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я взломала дверь.
тебе идет еще отряд. Обожаю тебя. Да все меня обожают. Принято! Сука! В укрытие! Обратно! Навались со всех сторон! Хорошо. Несем большие потери! Держать строй! Рядом с точкой доступа. Подключайся. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол под сети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина? Без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина. Мы в телевизоре. Неизвестная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Арасака Тауэр. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, свалить памятник корпоративному колониализму. Конец цитаты. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Арасака Тауэр. Все готово. Теперь уходи. Они поднимаются. Беги на крышу. Джонни, беги! Мёрфи! Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни, вали оттуда. Джонни, шевелись! Мэшер. А я говорил, малыш.
говорил, что я тебя однажды прикончу. まだ生きています。わかりました、向かいます。Попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А чё это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? Как вы добыли взрывчатые вещества? Привет, дедуля. Я тебя знаю. Отцы. Чокшет зона сюзр. Смотри-ка. У меня получилось. В этой башне погиб мой муж. Но бывает участь страшнее смерти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назы коную на коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Что во усоцки, дивундичим уазам. Дага, шава чига. Шава юбен дага, карерава кеште усо цканай. Сича но котоба нива, цуцумаши сан ару. Хаджимеро. А ты... ты кто такая?
Да.